Сообща против террора. О том, как сделать жизнь граждан еще безопаснее, на очередном заседании обсуждали члены антитеррористической комиссии. Открывая совещание, глава Чувашии Михаил Игнатьев заметил, что в республике сохраняется стабильность, но вопросы антитеррористической безопасности должны быть под постоянным контролем. Важно найти болевые точки и вовремя их устранить. Свои действия правоохранительные органы отрабатывают на учениях. Условные ЧП помогают выявить проблемы. На них призвали заострить внимание. Под контролем объекты массового пребывания и общественный транспорт. Защитить от непредвиденного необходимы и горожан, которые проживают вблизи электростанции, газопроводов и бензозаправок. Мы проводили учения, и правоохранительные органы, ну, прежде всего в лице или под координацией Федеральной службы безопасности, тоже проводят эти мероприятия. Мы выявляем слабые свои места. Каждый отраслевой министр по своей отрасли знает, каждый руководитель организации знает. И самое главное, я считаю, и хочу это отметить и подчеркнуть, все те слабые места, которые мы выявляем, надо их устранять.